Привет, дорогие зрители! Несколько дней назад мы промыли систему охлаждения на RAV4 и Volkswagen CC. Для промывки, как мы знаем, существует огромное количество средств. Вы не поверите, какой результат мы получили. Это результат промывки RAV4 2002 года выпуска. И как практика показывает, это всего лишь часть грязи, которая еще с большой вероятностью находится в двигателе. А это результат промывки системы охлаждения на Volkswagen CC 2009 года выпуска. Тут не так катастрофическая ситуация, и все это отциркулируется, и в конечном итоге его седает в радиаторы печки или в радиаторы охлаждения. На обе эти машины не грела печки. На Volkswagen CC я уже променял радиатор печки. Но делать процедуру промывки системы охлаждения рекомендую всем до замены радиатора печки. Промывка или замена радиатора печки – это не выход из сложной ситуации, когда не греет печка. Рекомендую посмотреть отличное видео, где подробно описано и рассказывается, зачем это обязательно нужно делать. И там есть познавательный материал для тех, у кого печка не греет. Тут все подробно описано, и выводы сделайте сами. Ссылку оставлю ниже. И наконец нашего видео хочу, друзья, попросить вам ставить лайки, если чем-то было полезно это видео. Несите ваш вклад в развитие нашего канала.